Всем привет! А мы в метро в городе Киеве. Как ни странно, самый надежный, стабильный и прогнозированный вид транспорта. Рада всех вас приветствовать на канале «Вот так Киев». Меня зовут Наташа, со мной есть Тоха. И мы вам на нашем канале будем показывать все красоты нашего города Киева. Возможно, и вашего. Возможно, и вашего. Подписывайтесь. Будем смотреть вместе. Будем смотреть вместе. Чему-то радоваться, чему-то огорчаться. Что-то будем менять. Двигаться вперед. И жить. Наслаждаться окружающим миром. Мы сейчас на станции метро Майдан Независимости. Майдан Незалежности. Едем на платформу и будем ждать поезд в сторону метро Героев Днепра. Так? Вот видишь, а сейчас тут идут ремонтные работы эскалатора. Вот скоро будет красивый рабочий. Тебя плохо слышно? А какая разница, видишь? Тут ремонт. Вот ремонт эскалатора сейчас проходит. А, кстати, раньше внизу здесь сидела тетя. Сейчас тети нет, видишь? Нововведение. Ее отремонтировали. Камера? Нету. Ну, камера, вот есть камера. Вот у нас так сейчас выглядит платформа станции метро Майдан Независимости. Так, посредине. Надо одеть маску, нам надо подальше пройти. Да. Людей сейчас много, и здесь. Есть вот такая карта на платформе. О, тут даже, смотри, есть... Это что у нас такое? Подземный переход сделали, да? Картинку. Куда можно выйти? Или что это? Я не могу понять. Да, почтовая площадь. Почтан, Крещатик, на Майдан, три выхода. Ага. Ну это у меня все в голове, на картинах я плохо соображаю, но я уже поняла. Ну а вот эти эскалаторы, что это? Это же, я так подозреваю, подъем. До станции площадь Льва Толстого. Вот направление движения. Вот смотри, переход на станцию Крещатик, переход на станцию Крещатик 2, а это платформа, туда-сюда. Так, я дома обдумаю, посмотрю, но что-то мне это сильно сложно. И вот такая карта есть. Ну, вот смотри, вот это эскалатор, который нас поднимает выше, а это вот это наш перрон. Сейчас? Вот это он, да. Мы вот здесь сейчас находимся. Ну, смотри, вот если мы посмотрим... А, это станция, да, правильно. А это подземный переход. А это мы на платформе. В эту сторону нужно идти на станцию Крещатик, да. Пешеходный переход на станцию Крещатик. А здесь вот пешеходный переход. Да, поняла. Это эскалатор вверх, выход на станцию Майдан Независимости. А это подземный переход. Это к фонтану выходы. А где... Еще что у нас тут? А вот почему тут указывается эскалатор? Это ступеньки, правильно? Наверное. Это ступеньки. Это к Радуге можно ближе, к Дому профсоюза. Вот это. Да, это к Октябрьскому дворцу выход. Так, это к почтампу выход. Это к остановке автобуса. Улица Крещатик, улица Крещатик здесь. Ну и здесь тоже выход. Прикольно. Никогда не видела подземного этого перехода. Но в нем можно заблудиться, кто не знает. И вот тут карта. Мы сейчас с вами находимся вот здесь. Вот это вот тут, да? На 217. А поезд где едет? Вот тут прибывает поезд. Сейчас я вам покажу поезд. У нас тоже едет? Нет. Опа.
в эту сторону. Так, надо успеть.